старшиня Віктор Гутер означали у Шумилинский районный выконавчий комитет. Депутаты райсовета на позажарговой сессии затвердили его на посаду. Открытая размова старшиня Витебского горвыконкама Виктор Николайкин сустрелся с жихарами города, как обмерковать важные актуальные пытания. Гибридные жито убираются на Поставщине. В опыт в области переймая краина. Далее про это иншие подробязнее у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Виктор Гутера узначали у Шумилинский районный выконавчий комитет. Депутаты райсовета на пазашарговой сессии затвердили его на посаду. Про першапачатковые задачи нового, але опытного керовника Юлия Устинова. Новага старшыню Шумілінскага райвыканкама прызначаюць другі раз за год. Для Віктара Гутарава такое прызначэнне – гэта вяртанне на малую радзіму. Тут ён вучыўся ў школе, тут пачынаў свой працоўны шлях. Аграномам у калгасе, а пасля узначальваў саўгас, быў сакратаром Шумілінскага райкама КПБ, намеснікам старшыні райвыканкама, кіраваў сумесным прадпрыемствам, а потым быў старшынёй Пастаўскага райвыканкама. Дагэтуль узначальваў абласную арганізацыю прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. Такі дасведчаны кіраўнік і прафесіянал, які ведае, што трэба рабіць і як павесці за сабой калектыў, зараз патрэбны району. Праблем хапае і ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці, і ў будаўніцтве. Папрацаваць ёсць над чым. Когда есть проблемы в руководстве, страдает прежде всего коллектив. Не формируются те показатели объемные, не выплачивается своевременно заработная плата. Да и можно таких негативных вещей набрать очень много. Я связываю будущее Шумилинского района при руководстве Гутарова Виктора Сергеевича все-таки с успехом. Жыхары Шуміліншчыны да новага кіраўніка ставяцца станоўча і з аптымізмам. Чакаюць рэальных дзеянняў і маюць канкрэтныя прапановы і парады, чым заняцца ў раёне. Мы надеемся, што, канешна, у нас улучшыцца сітуацыя в нашым раёне. Что построятся дома на брикете у нас, четвертый детский сад, может быть, немножко расстроится. Рост производства, зарплата у людей росла, чтобы выплачивали мы ее вовремя. Как бы вот эти вопросы. Ну, естественно, чтобы развитие какой-то промышленности у нас, район аграрный, естественно, что эти вопросы, чтобы как-то решали, чтобы мы могли более активно развиваться. У него большой опыт, как жизненный, так и производственно. Я думаю, он с должностью председателя полком успешно справится, и все будет на самом деле хорошо. Зрабіць сельскагаспадарчую вытворчасць прыбытковай, спрыяць прыватнай ініцыятыве і развіваць сацыяльную сферу, каб моладзь заставалася на малой радзіме і тут змагла рэалізаваць сябе. Перад новым кіраўніком Шумілінскага района цэлы шэраг задач. Самая главная задача, паскольку я прыйшоў перыяд уборкі урожая, это мобилизовать все силы для того, чтобы все качественно убрать, не потерять ни одного центнера. Я понимаю ту ответственность, которая ложится на плечи каждого председателя исполкома, и особенно, когда ты попадаешь к себе на родину, там, где прошло твое детство, юность, и когда знаешь каждого человека, поэтому предстоит очень много задач. Виктор Гутараў вяртанне на Шуміліншчыну успрымае з энтузіазмам. Пастаўленыя задачы і аб'ём работы ведае і ўпэўнены, што яго каманда будзе працаваць эфектыўна. І ўсё атрымаецца разам. Юлія Устінова, Александр Петравецкі, навіны, Шумілінскі район. Даведацца з першых вуснаў аб перспектывах развіцця паўночнай сталіцы, выказацца аб тым, што хвалюе. Старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктар Нікалайкін сустрэўся з актывам працоўных калектываў, прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый і жыхарамі горада, каб абмеркаваць важныя актуальныя пытанні. Такі фармат сустрэчы прайшоў упершыню і зацікавіў гараджан. Аб чым спыталі мэры, якія адказы атрымалі, раскажа Крыстіна Шынкарова. Удельники открытого диалога собрались в зале задолго до приезда головного спикера. Ближе познакомиться с мэром, задать питания, какие их хвалюют, и поделиться своими думками на конт того, каким повинен быть Витебск. У старшини гарвыканкама Виктора Николайкина так само есть и свой интерес до такой встречи. Встреча это далеко не первая. Мы регулярно встречаемся с людьми на предприятиях, в организациях, в школах и так далее. Но вот этот формат, наверное, впервые, потому что мы действительно вот, собираясь на каком-то предприятии, мы встречаемся с конкретными людьми, с конкретным предприятием. Здесь практически представители от коллективов, от жителей города, ну, весь город присутствует. На початку сустречи мэр дал агульную картину развития города, отзначил, что назирается становчая сальта внешнеэкономичной деятельности. За первое полугодие у
экономику предприемств и организаций укладено 15 миллионов долларов инвестиций. Экспорт туристических послуг за 5 месяцев бягучего года склал 1 миллион 160 тысяч рублей. Что тычется будовництва и доброупорядкования, великую увагу надают реконструкции Полоцкого путепровода, который планируется завершить до конца 2020 года. У центра уваги микрорайон Билева, где появится новая школа и дитячий садок. Удельники встречи оказались людьми необыяковыми. Они цікавіліся про развитие микрорайона Чаромушки, нагадали про необходимость реконструкции спортивной залы у Верховье, звернули увагу на доброуладкование приватного сектора и дорог и пропонували провести эксперимент и побач с шильдами с сучасними назвами витебских улиц разместить их исторические назвы. Занепокоены горожане и гандлем спиртных напоев у зоне отпочинку на Видьбе. Спытали, коли у городе з'явится достатковая колькость велодорожек и парков. Молодежи, честно говоря, не хватает побольше парков, ну, просторных улиц, ну, мусорок, мусорных ведер не хватает. Ну, в принципе, так, ну, больше зелени, больше деревьев хочется, чтобы было больше озеленения было. Вот я был в Билево вчера, там как-то пусто. З удельниками встречи сгодны и жыхары областного центра. Их так само хвалюют пытание стану городского осяродия и доброупорядкования. Вот чистоты не хватает нашему городу. В районе железнодорожного вокзала. Улица Революционной, Покровской, Комсомольской. Здесь не хватает как бы чистоты. И хотелось, конечно, хороших дорожек асфальтных, пешеходных. Остановок крытых. Чтобы от дождя спрятаться. Озеленение, красиво, чтобы было. То есть парки были, чтобы с детьми. Вот к жене в роддом еду, собираюсь. Вот поэтому, чтобы парк был какой-то, чтобы где-то поиграть, погулять можно было с ребенком. Площадь у нас без зелени осталась. Особливый резонанс выкликала тема медицинского обслуживания, у приватности запис на прием до вузких специалистов. Чому в областном центре, где есть свой медицинский университет, тяжко трапить до врача и отримать медицинскую допомогу? Мабуть, не хапая специалистов? Виктор Николайкин все питания взял на контроль и пообещал разобраться. Отзначил, что такие встречи зусім неформальность, и пропоновал организовывать нарады как минимум 2 раза в год. Кристина Шинкарова, Александр Петровецкий, Леонид Табола, новини Витебск. Сегодня в областном центре открыли мемориальную дошку первому начальнику Витебского отделения заходней чыгунки, герою социалистической працы, гоноровому громадянину города Витебска Миколаю Акимовичу Макарову. Так, чыгуначнікі захоўваюць памяць аб баявых і працоўных подзвігах сваіх калег у гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваеннага ўзнаўлення. Тэму працягне Сергій Місурагін. Ці добра мы ведаем сваіх славутых землякоў. З кожным пакаленнем памяць і сувязь становіцца ўсё танчэй, а ганарыцца і пераймаць сапраўды ёсць у каго. Мікалай Макараў нарадзіўся ў абласным цэнтры 1 снежня 1905 года ў сям'і чыгуначніка, і ўсё яго жыццё было звязана з гэтай прафесіяй. Прайшоў Вялікую Айчынную вайну, арганізоўваў пастаўкі на фронт, у тым ліку прымаў удзел у транспартным забеспячэнні аперацыі «Багратыён» па вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ідэя увекавечвання памяці нашых дастойных ветэранаў, найболей заслужаных людзей, прынадлежыт Савету ветэранаў Віцебскага аддзялення жалезнай дарогі, каторы насчитывает около 5000 чалавек. Вот эта ідэя, просьба увекавечыць память была нами поддержана, согласована и реализована. Для этого понадобился год всех согласований. Мы ее сделали так, как просили ветераны. Урачыстый мітынг сабраў прадстаўнікоў розных пакаленняў чыгуначнікаў. Асаблівая павага ветэранам. Ганаровы чыгуначнік Геннадзь Піульскі працаваў пад кіраўніцтвам Мікалая Макарава і нават быў яго суседам. Жылі мы з ім вот в этом доме па Кірава 2 в этом доме. Я когда слесарем работал, я бывало, как иду на работу, Николай Акимович уже идет в отделение. И вот так ежедневно. Зараз чыгуначны транспорт лічыцца одним из самых надежных у свете. И белорусская чыгунка не выключение с правил. Але уявите себе, послевоенные годы, когда практически с нуля пришлось все обновлять. И всем этим с 1946 на протягу 20 годов керовал Николай Макаров. Это первый начальник Витебского отделения Белорусской железной дороги. Это послевоенные годы. С 1946 по 1966 он возглавлял Витебское отделение БЖД. И, наверное, в это время
было очень сделано много для восстановления. Это паровозное депо восстанавливалось, и вагоны поврежденные, и пути 400 километров и более были восстановлены. Это был напряженный труд. Поэтому то, что сделали послевоенные железнодорожники, сегодня нужно об этом помнить молодому поколению. Поэтому сегодня это хорошее мероприятие, хорошее напоминание о прошлом военных, послевоенных лет. Теперь мемориальная дошка у гонор Миколая Макарова упрыгожила будинок Витебского отделения белорусской чыгунки. И символично, что эта подея отбылася напередодні профессийного свята работников стальных магистралей. У нас первое воскресенье августа – это профессиональный праздник День железнодорожника. И я хочу пожелать всему трудовому коллективу Витебского отделения БЖД успехов, процветания, безаварийной работы, чтобы у них было все благополучно. По традиции напередодні професійнага свята чыгуначнікі збяруцца разам, каб падвесці вынікі работы і ўзнагародзіць лепшых работнікаў прадпрыемства. Сергій Сурагін, Станіслав Дудзін, навіны Віцебск. Падчас селектарнай нарады па пытаннях уборачнай кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка звярнуў увагу на паспяховы вопыт вырошчвання гібрыднага жыта ў Віцебскай вобласці і параіў пераймаць вопыт паўночных аграрыяў. Сярод гаспадарак, дзе новую культуру ўвялі ў абарот, гаспадарка Навасёлкі Лучай, што на Пастаўшчыне. Там пабывала наш корэспандэнт Юлія Ўсцінава. Новоселки Лучай – одна из лепших господарок Пастаўскага района. Завершают уборку 150 гектаров гибридного жита. У не самый сприяльный засушливый год, кажут аграры, гибридное жито дало относно неблагий урожай – 53 центнера с гектара. Даже вот в эти неблагоприятные погожие условия получаем неплохой урожай. А при соблюдении всех технологических моментов гибридная рожь может давать свыше 100 до 140 центнеров урожая. Вот к чему надо стремиться, над чем надо работать. Для климата и земли полночного региона лепше не знайсти. Удалый опыт Витебской области у выращивания гибридного жита отзначил керовник державы подчас селекторной нарады по питаниях уборочной кампании. Наши земли довольно капризные, и подобрать для их урожайную культуру складано. Витебщина пятый год занимается выращиванием гибридного жита. Посадили у якости эксперименту, а зараз у планах посевные площади этой культуры подвоить до 20 тысяч гектаров. Это хозяйство одно из лучших Пастаўскага района. У них, значит, на сегодняшний день убрано уже порядка, значит, 20% зерновых при урожайности средней 38,9 центнера, почти 40 центнеров. Вот, хлеб выращен неплохой. Значит, к уборке у них, по-моему, 2200 гектар зерновых и зернобобовых. Мы боялись, что действительно засуха очень серьезно повредит и озимое, но озимое зерно налито, выполнено неплохо, есть натура, пшеница сегодня идет третьим и четвертым классом как продовольственная, очень хорошо наполненное зерно озимой ржи, поэтому пока можно сказать, что в Пастаўскім районе более-менее хлеб есть. Коррективы у плана вяскоўца унесла чэрвеньская засуха, а потом ліпеньскія дажджы. Ураджаю не паспрыялі. И хотя сёлета рабілі ставку на технологию, Миколай Шарснёў выказаў аграрыям за увагі по выкананні технологічнай дисциплины и отзначил, что бачыць резервы на Пастаўшчыне. Присутствует неухоженность на полях. Нужно поправлять. Культуру земледелия нужно улучшать. Мы в этом тоже только найдем. То есть мы найдем не только чистоту полей и радость глазу, но и найдем урожаи в экономике. Этого пока, к сожалению, на Пастаўшчыне нет. Этого не хватает. При спрыяльных умовах надвор'я аграрии планируют завершить уборочную за ближайшие 2 тыдні. Юлия Устинова, Дмитрий Котов, новини, Пастаўскі район. Падрабязні пра ход уборачнай на Пастаўшчыне і першыя рэкорды на жніве на палетках Браслаўшчыны. Знаёмства з камбайнёрам-рэкардсменам з глыбоцкай інтэграцыйнай структуры, а таксама калі Браслаў стане турыстычным раем і як змяняецца сотні гарадскіх аб'ектаў да фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі Дажынкі. Раскажам і пакажам у праграме «Мясцовы час» у сераду 31 ліпеня на тэлеканале «Беларусь-4 Віцебск» у 19:45. А выпуск новин на этом завершен. Я с вами развитываюсь. Счастливо.
У ближайшие сутки по области в облачно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, ветер полночный 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 14-19. У Витебску короткочасовые дожди, ветер полночный 4-9 метров за секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14-16.